сорт перца Аджибонита. Этот сорт родом из Боливии. Такие вот перчики. Вкус фруктово-сладкий. Высота растения от 50 до 80 сантиметров. Острота у него от 1 до 5 тысяч. Это как бы слабо-острый сорт. Срок созревания от 60 до 90 дней. Тоже сорт высокоурожайный. Плодов очень-очень-очень много. Очень, смотрите, сколько. Просто нереально. Очень много. Вот такие вот плоды. О, сейчас их дорвем. Я вам их покажу. Вот такие вот плоды. Они вот на конце с такими вот носиками. Видите? Там уже отличительно от всех остальных. Например, зеленые. У него тоже вот такой вот носик. И вот с носиком. Такие светло-зеленого цвета. Тоже высокоурожайный сорт. Растение, конечно, не сильно высокое. Высота от 50 до 80 сантиметров. Очень приятный вкус у него. Его можно с легкостью выращивать на подоконнике. Либо если у вас есть теплица отапливаемая, можете в теплице. Летом можно выращивать в открытом грунте. Я выращиваю в открытом грунте. Вот у меня кустик такой, где-то сантиметров, может быть, 40 в высоту. В комнатных условиях он будет тоже где-то около 40 сантиметров. 40, ну, может быть, 50, не больше. Очень приятный вкус, он слабоострый. Так что очень интересный. Советую вам попробовать вырастить такой сорт у себя дома.